какой-то момент, вы знаете, я увлекся психологией. Что-то в этом деле как-то далековато уже зашел. И был у меня один товарищ, что-то, которое все как-то покатилось, что-то куда-то. Но я думаю, что с каждым человеком бывают в жизни такие вот минуты, или, может быть, дни, часы, я не знаю. Но когда вот эту песню можно посвятить любому человеку. И иногда я посвящаю ее сам себе. Ты. А, можно сделать так. Она, знаете, в стиле регги. И там нужно вот так вот. Можно вот вас попросить, чтобы вы вот так вот мне подщелкивали пальчиками? Это будет такой у нас ансамбль с вами. Не у всех получается, но кто может. Ты одинокий несчастный. Да и вид твой ужасен. Что это ты, парень, скис? Ты заблуждаешься в малом. Жизнь похожа на слава. Только вверх и не вниз. Дай ноту ре. Подыграй мне немного. Завтра снова в дорогу. Мой день будет жизнь. Ты не суди. Жизнь, дружище, так строго. Классно. Сходим все мы под Богом. Ты говоришь, что тревожен, хипинг невозможен, и ты в штопор вошел. Жизнь припаденная штука, да не жизнь, это мука, и ты гол, как сокол. Это так, но не это ужасно. Ты не видел прекрасных, а не таких вершин. Ведь только их величавость и гордость победят нашу робость и заставят нас жить. И хватит. Кто за это заплатит? Кто нам это простит? Есть чай, друзья, да гитара. И чем тебе не подарок? Вдруг пришедший момент.